Приветствую всех, кто взглянул на это видео. Добро пожаловать на мой канал, где сегодня я представлю вам список из 10 увлекательных игр, которые можно погрузиться на сотни часов и даже больше. Будем исследовать огромные миры, преодолевать препятствия, развиваться виртуальными персонажами и получать незабываемые впечатления. И перед тем, как я начну, напомню, что многие игры вы можете приобретать дешевле, чем в Steam, в магазинах, ссылки на которые найдете в описании. Ну а теперь отправляемся в путешествие длительностью в плюс 100 часов. Mount & Blade 2 Bannerlord – это симулятор средневекового рыцаря с элементами ролевой игры, стратегии в реальном времени и игры песочницы. Место действия – вымышленный ранее средневековый мир Каладий. Игра является продолжением первой одноименной игры с улучшенной графикой, боевой системой и анимацией, переработанной ролевой системой, более яркими городами, реалистичной экономикой, расширенной дипломатией, новыми осадами замков и многими другими новыми возможностями. В игре нет всеобъемлющей сюжетной линии, только отдельные миссии и небольшая кампания, которая поможет вам освоить основные игровые возможности. Более того, игрок переносится в бесконечный открытый мир, где материком правит несколько королевств со своими обычаями и культурой. А игрок, в свою очередь, может выбрать одну из сторон или вовсе стать свободным рыцарем, а затем создать свою собственную уникальную нацию. Игра также позволяет игрокам сражаться в одиночку и нанимать армию, способную разрушить целые замки. Также в игре есть торговля, система снаряжения, диалоги, создание предприятий, сотни квестов и многое-многое другое. Little Company – захватывающее экшен-приключение, которое бросит нас в волнующее, иногда пугающее приключение. В этой игре тебе предстоит выступить в роли сотрудника контрактной компании, чья миссия заключается в сборе металлолома на промышленных территориях. Тебе предстоит исследовать множество локаций, добавляя в свою коллекцию разнообразные виды животных, проходя через множество испытаний и выполняя ряд интересных, но одновременно опасных миссий. Важно экипировать свой арсенал профессиональными атрибутами и средствами защиты, чтобы эффективно справляться с поставленными задачами. Ведь ты будешь лидером команды, и забота о безопасности каждого члена твоей группы, особенно в темное время суток, имеет первостепенное значение. Графика игры восхитит высоким уровнем реализма и атмосферы, которая будет держать тебя в напряжении на протяжении всего путешествия. Naraka: Bladepoint – это экшен с многопользовательским режимом, в котором вы окажетесь в красочной неизвестной стране под названием Морос. Здесь нет законов и правил, и каждый, кто попадает в это место, должен бороться за свою жизнь сотнями различных врагов. Вас ждут увлекательные и напряженные сражения с довольно сложной боевой системой. Она включает в себя уникальное сочетание ударов и блоков, что делает игру еще интереснее. Используйте любые доступные средства, чтобы уничтожить всех врагов, которые стоят на вашем пути. Проводите ожесточенные атаки, прячьтесь в укрытие и подавляйте оборону. У вашего героя есть несколько видов оружия, и вы можете выбрать наиболее вам подходящее. Путешествуйте по стране, выполняя задания и продвигаясь по сюжетной линии. И не забудьте, сложные сражения с сильными боссами требуют большой и серьезной подготовки. Battle Beat Remastered – захватывающая экшен-игра, которая отправит игрока в увлекательное путешествие по миру постапокалипсиса, наполненному опасностями и волнениями. Геймплей сосредоточен на напряженных сражениях, где игрокам предстоит взять на себя роль солдата, сражающегося с разнообразными врагами. Действие происходит в огромном открытом мире, который полон трудностей и возможностей. В центре сюжета – катастрофическое событие, оставившее вселенную в руинах. В результате этого восстали разные фракции, каждая из которых борется за контроль над оставшимися ресурсами. Необходимо тщательно выбирать свою верность и ориентироваться в сложном политическом ландшафте игрового мира. Персонажи могут участвовать во всех видах боя, от интенсивных перестрелок до скрытых убийств. Представлен широкий выбор оружия, включая пистолеты, винтовки и взрывчатку. Исследование карты приводит к сбору различных предметов, включая аптечки, гранаты и другие полезные предметы. Готовая личность настраивается согласно параметрам внешнего вида и способностей. Особое внимание уделяется аутентичности NPC, населяющих ближайшие территории. Инвентарь легко насыщается особыми боевыми единицами и легендарными образцами вооружения. Помимо одиночного прохождения, имеется и совместный режим, где члены сообщества сражаются за господство и финальный триумф. DayZ – нашумевший проект на тему выживания в мире постапокалипсиса, который просто кишит толпами кровожадных ходячих мертвецов. Игра рассчитана на онлайн-прохождение, а это говорит о том, что твоими врагами будут не только лишь зомби, но и другие выжившие, которые пойдут на все ради добычи и собственной выгоды. Для начала займись созданием собственного персонажа, который изначально будет обладать определенными как внешними, так и внутренними характеристиками. Боеприпас будет значительно ограничен, что сразу усложняет действия и борьбу с монстрами. Есть возможность создания собственного лагеря, куда ты сможешь позвать всех своих друзей и вместе отправиться в опасное путешествие. Не забывай, что на территории необходимо находить припасы в виде пищи и воды, а также не забывать защищать укрытие. Раскройте свой дремлющий потенциал для победы. Всегда идите вперед к победе, не только в виртуальной реальности, но и в реальной жизни.
Elden Ring – ролевой проект, разработанный в стилистике Dark Souls, который отправляет нас навстречу невероятным приключениям и столкнет с множеством коварных оппонентов. Игровой процесс представляет собой экшен-РПГ от третьего лица, где вы исследуете просторы фэнтезийного мира, экипируетесь разнообразным вооружением и сражаетесь с могущественными врагами. Внимательно изучайте паттерны монстров, чтобы эффективно контратаковать их выпады. Игра отличается интересными боями и хардкорной сложностью. Огромный упор Elden Ring делается на RPG-механике. Отправляйтесь на исследование Open World как на своих двоих, так и при помощи верного коня. Мир разделен на области, каждый из которых имеет уникальную планировку, внешний вид и врагов. Каждая область представлена могущественными боссами. Победив монстра, вы получаете новые способности и доступ к ранее закрытым локациям. В отличие от многих ролевых игр, здесь нет мирных NPC или хаб-поселений, где можно перевести дух или экипироваться. Мир Elden Ring – это место боли и печали. Здесь вас ожидают лишь руины древних замков, множество агрессивных монстров и трудные испытания, которые сможет пройти только самый смелый путник. Визуальная сторона представлена готической стилистикой и сеттингом темного фэнтези. В Arma 3 мы восстанавливаем независимость, играя за нейтральную сторону этой войны. Ключевые противники до сих пор борются за независимость в экономическом и товарном понимании. Среди врагов появляется новая структура, организация CSAT, выступающая военно-политическим союзом. Пока в Европе бушует кризис, США враждуют с Китаем на территории Тихого океана. Больше 400 квадратных километров игрового пространства, где игрок выполняет роль миротворца сил НАТО и будет спасать свою группировку от настоящих предателей, проявляющих себя в начале сюжетной кампании. Во время сворачивания военной базы НАТО к ним приходит на помощь AAF, организация внутриигровых островов, и предательски расстреливает большую часть солдат. Воспользовавшись численным превосходством, противники берут штурмом нашего генерала, которого мы обязаны спасти. Проект Arma 3 – это песочница-шутер от первого лица, где есть 4 острова, на которых ведутся основные сюжетные моменты – Altis, Stratis, Tanoa, Malden. На каждом из них существует своя независимая армия, никаким образом не принимающая солдат НАТО, даже если мы выражаем миротворческие интересы. В путешествии по огромной прорисованной локации мы будем находить 40 видов оружия и 20 единиц бронетехники. В игре нет способностей или заклинаний, зато есть классы бойцов. Штурмовик отлично справляется с борьбой на предельно близкой дистанции. Медик будет лечить раненых, а снайпер – настоящий стелс-охотник за головами. 7 Days to Die – игра, которая перенесет тебя в недалекое будущее, где тебе предстоит сражаться за свою жизнь. Действие происходит в 2034 году. В этот период Землю охватила жестокая ядерная война, которая понесла за собой тысячи жертв. Все, кто выжил, превратились в зомби по истечению 7 дней. Когда уже все человечество отпустило руки, не в силах справиться с ужасным вирусом, появляешься ты в лице главного героя, который остается единственным выжившим, которого еще не посетила жуткая болезнь. Теперь тебе предстоит сделать все возможное, чтобы защитить себя от вируса и разобраться, что к чему. Твоя основная задача заключается в том, чтобы найти противостояние ужасному вирусу, окутавшему всю планету. Игра разработана в стиле песочности с элементами хоррора, поэтому скучать тебе точно не придется. Броди по локациям в поисках предметов, которые помогут тебе выжить. А также не забудь, как следует вооружиться, так как на твоем пути будет встречаться немало врагов. У тебя есть только 7 дней, и не забывай, пожалуйста, об этом. The Front – классика жанра, где ты займешься созданием мира, а также постараешься выжить в непредсказуемых опасных условиях. Исполни роль отважного бойца сопротивления, которому предстоит пройти непростой путь, отправившись прямиком в прошлое. Ведь это потребуется для спасения мира от полного уничтожения. Империя тиранов начала свое развитие несколько столетий назад, и это развитие нам нужно остановить, иначе все живое на Земле погибнет. Игра подготовила максимально динамичный и многообразный геймплей, полностью открытый для исследования мир, массу ловушек, преград и опасностей, а также проработанную боевую систему, с помощью которой мы уничтожим любого, даже самого сильного оппонента. Визуальное исполнение проработано на отлично и предлагает нам с головой окунуться в этот мрачный и максимально реалистичный мир. V-Rising – уникальная в своем исполнении игра, которая успешно относит к себя жанру ММО и отправляет нас на просторы мрачного мира фэнтези. Мы погружаемся в атмосферу средневековья, сыграв довольно необычную роль – роль вампира, который внезапно пробудился от векового сна. Главная задача игрока в роли кровопийцы – восстановить и усовершенствовать империю вампиров, что сделать будет очень непросто. Отправляйся на исследование многочисленных локаций, изучай поселения, веди охоту на свежую кровь, борись с многочисленными оппонентами и не попадай под солнечные лучи. Мир игры полностью открыт, что дает полную свободу действий, а это в свою очередь делает времяпрепровождение максимально интересным. Важно постоянно прокачивать собственные навыки, а также совершенствовать замок, который станет основным убежищем и защитой от внешнего мира. Стоит отметить наличие как одиночного, так и многопользовательского режимов, отлично проводя время в компании друзей.
Ну что же, видео о 10 играх, которые гарантируют вам 100 часов захватывающего геймплея, подходит к концу. Надеюсь, вы нашли много интересных идей для своих игровых марафонов. Помните, что эти игры предлагают бесконечные возможности для исследования и развития. Погрузитесь в увлекательные сюжеты, наслаждайтесь графикой и не забывайте делиться своими впечатлениями ниже в комментариях. Спасибо, что провели это время со мной. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые обзоры захватывающих игр. Спасибо за просмотр и всего хорошего!